выводы за октябрь. Было проделано много работы, протестировали новую программу CRM. Теперь на ноябрь стоит закрепить эти все знания. Сейчас проходим курсы SEO, продвижение в сети сайтов, страничек. Делаем план, кто нужен, план по продвижению. Вот и все. Сейчас после тренировки еду на обед. Тренируюсь 3 раза в неделю. Не пропускаю. Все устраивает. По здоровью, по деньгам, по скорости. Стараться надо и работать. Такие выводы за октябрь.